надо приходить к моей могиле и говорить, что вы меня очень любите, вам меня не хватает, и вы не можете без меня жить. А знаете почему? Потому что мне эти слова нужны были при жизни. Когда я умру, не надо приходить к моей могиле и говорить, что вы меня очень любите, вам меня не хватает, и вы не можете без меня жить. А знаете почему? Потому что мне эти слова нужны были при жизни. Боже, блядь, какая хуйня. Когда я умру, не надо приходить к моей могиле. Такой чушь, брат, сука, чела. Отлично! Я давно хотел... Пиццы. Отлично! Я давно хотел... Пиццы. О боже, блядь. Отлично! Я давно хотел... Пиццы. Отлично! Такие дебилы, блядь. Лишь бы, сука, как-то унизить меня. Боже, челик, удали это видео, жесть. Мой папа. Это моя мама. О боже, блядь. Они позвонили. Дедушка, нам тебя мягкий знак не хватает. Мы тебя любим, как и просил. Это при жизни мой такие папа. Слова говорить. Спасибо. Это моя мама. Они позвонили. И мои мишки. Это мой папа. Чего, баля? Это моя мама. Они позвонили. И мои мишки. Это мой папа. Это моя мама. Боже, я просто в шоке. Да уж, я в шоке, сука. Да, всем лучше банда. А? Нань коре? Эносима Чунко. Аната на маке. Привет, пожелаю, маке? Да. Сегодня будут страшные. Нань коре? А? Нань коре? Эносима Чунко. Аната на маке. Маке? Маке то? Нань коре? Не проблема. А? Нань коре? Докидываю 150 рублей. Эносима Чунко. Аната на маке. Маке? Маке то? Нань коре? А? Нань коре? Эносима Чунко. Аната на маке. Маке? Маке то? Нань коре? А? Нань коре? Такой брат челик, блядь, микрочелики сделали это видео парашное, блядь, фэкнутая сука. Здесь нет информации, которая бы подтверждала, что это видео является 100% информацией. Данное видео никак, иначе как желтая фреса и фэк информация. Я люблю нюхать свою попу. Я люблю нюхать свою попу. Я люблю нюхать свою попу. По-твоему, смешно, придурок? Здесь что-то смешное сейчас было, что ты смеешься как даун? Или что? Я в этом видео не видел ничего смешного. Абсолютно ничего смешного, я даже не улыбнулся. Да, сука? Поэтому, пожалуйста, удали. Ха, мистер Брэма, how are you, мистер Брэма? Мистер Брэма? Yes, мистер Брэма. How are you, мистер Брэма? Нормально, мистер Брэма. Ооо, мистер Брэма, how are you? Ха, мистер Брэма, how are you, мистер Брэма? Мистер Брэма? Yes, мистер Брэма. How are you, мистер Брэма? Нормально, мистер Брэма. Ооо, мистер Брэма, how are you? How are you? Сука, че за баня дубила этого, блядь, чего? Я сейчас просто возьму тебя за баню. Кто я? Аяна Мирей. А кто ты? Аяна Мирей. Ты тоже Аяна Мирей? Да, я та, кого знают как Аяна Мирей. Кто я? Аяна Мирей. А кто ты? Аяна Мирей. Ты тоже... Два месяца назад я заработал в месяц 100 тысяч рублей. И сейчас, в данный месяц, я заработал сильно больше. Сильно больше. Ты скажешь, опять включишь дебила. О чем тут это? О чем ты вообще говоришь? Как ты это любишь делать? Ну ты все понимаешь. Ты все понимаешь, при чем тут это. А это при том, что цифры. Цифры ударили в голову. Я получил власть, которая и не снилась моему отцу, понимаешь? Я получил то, что для меня было недосягаемо на протяжении всей жизни. Я получил это по щелчку.
шутку в момент. Вот это эмоция, какая жесть, просто сила. Чела, я вот не знаю, видели вы мой ТикТок или нет, я снимал вот вчера видео, на то, как я это, ну, занимался Нивой, блин, смотря. Вот, Глатвалакас, там придурок, значит, мотоблочный демон, да, сука, чем типа занимается. Вот это мой мотоблок, блин, вот там енотика брыкосик, смотря. Вот здесь я покрасил задний мост, да, вот. И еще я сегодня себе на Ниве, смотря, сделал вот такую поролонку. Чтоб рыбу, ну, кидаешь, ловишь, ну, и вот сюда. Тебе вот Нива. И тут еще усилитель у меня, басуха. Так смотри, включай Моргенчена. И вот так. Вот так вот, блин. Вот, пожалуйста, Жмышенко Валерий Альбис. 54 года. Вот так вот, блин, жесть. А что смешного? Я коврик купил. Коврик, да. Купил в Леруа Мервене за 400 рублей, дядя. Два штуки купил. Порезал как надо. И сейчас у меня дутики там в машине сзади. Это рыбу ловить и рыбалка. А чего енот и дышит краской? Слышишь ты, дубина? Еще раз повторяю. Какая краска? Енот, блин. Ты поговори там, ты женщина. Значит, краска он не дышит. Вот эти вещи, которые я красил не в гараже, блядь. Понял, блядь? Я красил на улице, потом затаскивал. Это мой мотоблок, блин. Вот там енотика брыкосик, вот смотря. Вот здесь я покрасил задний мост, да, вот. И еще я сегодня себе на Ниве, смотря, сделал вот такую вот поролонку. Чтоб рыбу, ну, кидаешь, ловишь и сюда. И вот это. И тут еще усилитель у меня, басуха. Так смотри, включай Моргенчена. И вот так. Вот так вот, блин. Вот, пожалуйста, Жмышенко Валерий Альбис. 54 года. Слышишь, блин. Попрошу без хейта, значит, относиться к данным видео уже с... Это бада. Это мой ТикТок. Это ж я ж сейчас в ТикТоке уже. Все, я сейчас же ТикТокером стал. Жиз. Эй, Богдан. Я здесь! Эй, Богдан! 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 Эй, Богдан. Я здесь! Эй, Богдан! 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 Я знаю этого парня, мы с ним общаемся в Инстаграме, это группа такая, они выступают, приезжают, да, я знаю их, я общаюсь с ними, да, прикольные ребята, чела, я знаю их, да. В главных ролях конченый идиот, самый сексуальный мужик в мире, горячая чикса, злодей-британец. Так себе шутник. Пубертатная язва. Иди ты нахуй, слышишь, блядь, с такими оскорбительными фразочками. Вы чё, охуели? Ля волки, сука. Деньги зарабатывают на мне, блядь, как хотят, сука. Вокруг пальца обкрутили, гады. Уже шоколадки, блядь, своим Богданом продают. Где бабки? Бабки где, блядь? Скоты.